Здорово! Сегодня видео у нас будет немножечко новой информации по этому обновлению. В общем-то, после обновы я у себя немножко покопался на аккаунте и нашел вот такой вот интересный крафтец. Называется «Искатель приключений». В нем у нас что лежит? В нем у нас лежит красочка «Желтый глянец», «Полночь», новая голограмма «Оставшихся в живых». Чуть позже мы посмотрим, она выглядит прикольно. И новый гудок «Локомотив». Давайте его послушаем. Ну, что-то такое непонятное. У нас есть очень популярный такой, конечно, гудильник. Мне кажется, даже многие не знают, что такой гудок у нас существует. А он выглядит так же. Ну и мне ни тот, ни другой не нравится. Ладно, идем дальше. 4 наклейки в огне. Они, кстати, выглядят прикольно. Красаут написано дальше. 4 черных круга. Куда же мы без них-то, ё-моё? Дальше. 2 номера 78. Аккорд. Холодос. Домкрат. Партизан. 4 колеса стартовых. 2 поворотных, 2 неповоротных. И 2 шершня. Я такой думаю, блин, пацаны, чё серьезно? Сейчас возьму себе, поставлю 4 шершня. Пошел сразу писать и... Блин, их не прибавилось, да как так-то? В общем-то, я так подозреваю, почему это происходит. Потому что этот набор создан для новичка. Возможно, вы скачали игру, вам дается там после 10 боев, допустим, этот набор. Может быть, вы поиграли один день, вам дают этот набор. То есть, вариаций много, возможно, его уже можно получить новичкам. Я, честно говоря, не знаю, но такой уже набор есть в игре, поэтому... Если вы новичок, возможно, вот такой наборчик вам будет скоро можно получить. Ладно, что касается набора, я сказал, давайте теперь обсудим все, что касается вертолетного винта. А вот и не угадали, мы голограмму еще не посмотрели. Хоба! Вот так она выглядит, еще эффект в конце будет. Вот так вот. Теперь поехали за винтом. В общем-то, вот этот скрин, который разрабы сами опубликовали на своем Discord-сервере. И, в общем-то, то, что я сейчас скажу, это, возможно, вообще не так. Но это лично мои предположения. Первый вариант, что это такое? Самый банальный и неоптимистичный. Это просто тупо декор. То есть я не вижу никаких-то таких мощных... двигателей, которые будут такие многотонные тачки просто вздымать вверх и летать. Я не вижу никакой-то там супер-мега защищенности. То есть мне не внушает эта деталь доверия. Она как декор. Бррр, отвалилась и все. И прочки у нее какой-то особой нету. Второй вариант, это конечно самый фантастический. У нас будет новая ходовая. И третий вариант, у нас будет какая-то подосовочка на Новый год. Я, конечно, ну, наверное, все-таки уверен, что мы не будем полноценно летать в кроссауте. Это будет вообще что-то очень фантастическое. Но, возможно, мы будем как-то в какой-то подосовке взлетать на какое-то время, потом падать, взлетать, падать. Короче, что-то такое, но, блин, я не знаю, к чему склоняться, потому что есть вот такой скрин. А что здесь у нас есть? После обновы, если вы заходили в управление, сейчас этого уже, конечно, нет, есть вот такое, Binding Name Up и Binding Name Down. Что это такое? Две иконки новые в управлении, что это может быть? Зачем это? Я не понимаю, но, блин, я даже не знаю, к чему склоняться. А, в общем-то, возможно, это просто декор. Возможно, это новая ходовая, возможно, будет что-то в подосовке. В общем, пацаны, если это будет декор, не огорчайтесь, я вас предупреждал. Если это будет что-то новое, что-то прям такое классное, вертолетное, то да, прям разрабы будут красавчики. Ну, в общем-то, я вас предупредил, ждем. От нас ничего не зависит, что там разрабы придумали, я честно не знаю. В общем, ожидаем. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.